Итак, друзья, мы снова рады видеть вас всех! Мы очень рады, что вы пришли вовремя к началу нашего следующего блока. Это блок, который называется «Индийский чай». Индийский чай славен романтикой, любовью и очень милыми и нежными настроениями. И когда вы пьете его, вы должны быть вдохновлены своими чувствами. So the next part of the show is a part named Indian Tea. It's part of show about love and romantic. И мы начинаем наш блог с поздравления от дружественного фестиваля Gothic and Lolita Festival. Итак, приветствуем Gothic and Lolita Festival. Brûler nos présents d'envers.
to please. We gotta kill this witch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise.
поздравления от Gothic and Lolita Festival. Но, между прочим, знали ли вы, что у Лолит сегодня праздник? Сегодня Интернациональный день Лолит. Он празднуется обычно первую субботу лета. Поздравим всех Лолит! Если вам, кстати, очень понравилось шоу, обязательно посетите Gothic and Lolita Festival. Они все время устраивают подобные мероприятия и шоу. И не пропустите. А еще они невероятно милые. Определенно. Сейчас мы начнем блог с показа АМВ настроенческого «Индийский чай». Вот такое вот аниме про неординарную любовь. This was IMV about Indian tea. To get your mood of Indian tea, it's about love and romantic. Это была IMV от победителя TNU 2011 года S.A. Роберта. And maybe remind you that all IMVs are provided by people who won on our previous TNUs. А сейчас мы начинаем наш блог с мини-конкурса. И так как вы знаете, что у нас сейчас день рождения, нас поздравляют не только наши друзья, наши участники, но также члены нашего замечательного жюри. И сейчас с караоке для вас выступит Анастас Носферату. And we start our non-contest part with karaoke of Anastas Nosferatu, Wind Naruto. Встречаем! Каждый раз так нервничаю вообще. Слышно? Отлично. Микрофон слишком близко. Все, извините.
А мы продолжаем с вторым номером нашей внеконкурсной части. Это танец от команды Биби Project. Походу, вы уже сами сейчас озвучите, что за танец. Танец like Oh Ah Twice. I'm taking
большое. Мы очень сильно поздравляем фестиваль «Тянуи» с десятилетием. А также именно сегодня у одной из наших участниц день рождения. Таз, мы поздравляем тебя. Она поступила в интернатуру, и, в общем, похлопайте ей посильнее, пожалуйста. Everywhere. Okay, and here we go. У нас следующий номер, последний номер нашей внеконкурсной части, это караоке от команды The Face Family, Mr. Mamoru. Караоке Real Life, Bon Jovi. This is real love, this is real faith.
Спасибо. И на этом наша внеконкурсная часть закончена, и мы начинаем конкурсную. And we start our contest part. We start with karaoke number four, karaoke номер 4. Уми Утена. One summer's day, Natsu no ni. Thank you.
наш индийский чай. А мы продолжим его чем-нибудь более бодреньким. Как насчет дефиле? Ну, я думаю, что да. Да? Подойдите. Да. Итак, дефиле номер 4. Демонстрация персонажа. Валерия Даркэлл. Горбун из Нотр-Дама. Дефиле номер 4. Performance of character. Персонажем Rock Project Хайде Versalis TV. Встречаем! Там не фармите чего, не?
Один смотрел, видимо, какой-то прям вот он фармит, а все остальные типа casual игроки, все такое. Олдфажные. Они не фармят. Олдфажные вот сейчас будет прям У нас караоке номер 5, Ару Кацуна. Прицила сонг, игра The Witcher 3. Караоке number 5. Встречаем! Терпкий, сладкая сирень. Невероятная романтика. Просто невероятно. В своем апогее. А главное, ведь с инструментом приехала. Ну, потрясающе. Ну что ж, а мы продолжаем. Дефиле номер 4. Демонстрация костюма. Дефиле номер 4. Demonstration of the costume. Поклонник аниме. Ефремов. Sailor Moon Crystal. Thank you.
Большое спасибо. А мы продолжаем. И у нас караоке номер 6, Пинки. Москва. Divine, SNSD. Караоке номер 6. Tomorrow's skin, my heart is so no human.
последний выступающий в нашем блоке, в нашем романтическом индийском чае. So that was the last performance of our Indian tea part of show. И мы уходим на перерыв, и мы встретимся с вами в 16:15 здесь же в этом зале. Увидимся, до встречи.